Нужно подойти и заправить лодку водой. И еще мы хотим просто помыть дек, потому что у нас лодка уже достаточно грязная, а мы хотим находиться постоянно в чистенькой. Так, фендеры есть. Прикольно, когда можно ничего не проверять, а все уже готово. Возьмите, свяжитесь с Мариной, скажите, чтобы нам ассистент сделали на берегу. Марина, this is Mushul Sailing Boat, do you read me? How are? Thank you, how are? С носового начинаем? И с носового, и с кормового, надо с двух. Давай, кидай его. Все, класс. Go forward, Cap, go forward. Иди all right, вперед, forward. Oh, okay. Go forward, Cap. Forward, Дим. Okay. Ну, все четенько. На собой забирайте. Да-да, уже его забрал, вяжет. Уже все, да? Да-да. Класс. Саша, отлично. Четкий. Я ждал. Четко просто, прямо как... Хоба! Четко как хоба. Аня готова к, да. к помыву лодки. Я готова. А я сейчас, как вода пойдет набираться, я что? С вашего позволения пойду помоюсь и поброюсь. Ага. Так, вот это вот все у нас мусор, который мы накопили. Его у нас много. Наша задача сейчас, ребята сгрузят тузик, поедут на Petrol Station и там его заправят, потому что он у нас уже все сухой. А мы пока начнем мыть лодку. Ну что, давайте тузик на воду. Да-да. Вот. Саш, и ты вот смотри, как он проходит над бортом. А после того, как он проходит, сюда. Стоп, пока отступаем. Чуть-чуть отдай. Так, ребята, хорош отвлекаться, давайте уже... Мы все делаем, ты давай делай свое. Ага. И молоток. Вот этот носик, ты знаешь еще. Ну, этот носик, чтобы сюда ставить, это понятно. Подожди, мы потом просто перестегнем. Нет. Сейчас мы наполняемся сначала, потом перестегиваем на мою лодку. Такая идея? Прямо в эту бобину можно. Окей, все. Когда все происходит, вот просто нравится. Такой, знаешь, чух-чух-чух-чух, я только подхожу, уже все швартовые, уже все висят, фендеры висят, я говорю, а веревки есть? Уже все давным-давно все подготовлено к броску. Пришли, соскучились. Воду, такие, воду открыли, Саша наливает, Вова уехал заправляться. Такое, то, что можно обычно делать полдня, здесь происходит, вот уже произошло за минут 5, наверное. Видите, какая у нас лодка грязная. Куча мусора. Ну, это от деревяшек, понятно, вот это от мусорных пакетов. Вообще плохо, что у нас не получается мусор выбрасывать более часто, потому что от него, блин, еще и запах появляется. В общем, ну, у нас тут выборов особых нету, поэтому делаем то, как оно получается. Но это все ничего страшного. Сейчас вот мы заправим. Сказали, что воды напор будет нехороший. Это будет наливаться, наверное, полдня. С таким напором. Ну и ладно, будем наливать. Мы пока вытащили на берег весь хламовник. Его не так много, поподнимали все, потому что, ну, чтобы была возможность вымыть палубу вот эту грязную. Ну, а дальше сейчас приедет Вова, и будем начинать уже непосредственно уборку лодки. И будет наша лодочка чистенькая и красивая, с химией ее помоем, будет клевая. Ой, несется, Вавелыч несется. Вавелла Вавелович. Судя по скорости, тебя сразу добыл. Россель открыт.
А привяжи его сзади просто. Получилось? All is good? Yes. Ну, что-то там чуть меньше 350 грамм. Ну, нормально, отлично. Супер, класс. Вот это хорошая футболочка. Ничего не заплатил. Сказали здесь? С водой, да. О, отлично, класс. А вот это вообще хорошо. Дина уже сделала красоту. Чисто, красиво. А теперь наша очередь. Закрываем все окошки. Молодец. И мы пошли вымывать лодку. Помстися ему. Как-то напор не очень. Выглядит, Вова, как будто ты обоссался. Такой челлендж. Новые времена. Требует решений. Да. А давай как в той рекламе. Было и стало. Давай это быстро сделаем. Давай сделаем это по-быстрому. Да-да-да. Квики. Квики. Вова, квики, квики. Квики? Угу. Это где-то... Знаешь, раньше... что такое квики? Ну, квики — это быстрый секс. Нет, это где-нибудь быстро, там, в лифте. Да, в лифте. Весьма медитативно. Угу. Интересно, есть какой-то попроще способ? Ну, вот я об этом же думал. Вывалить, может, его на пирс с ведра там как-то? Да нет, сейчас сюда. Здесь хорошо, отмоем. О, нормально мыли. Вообще класс. У нас ортофосфорная кислота. Вот это вот. Ну, мониторы потом отдельно. У меня есть средство для мытья монитора. Ну что, я пошел пластик мыть. Вот это опасно. Хоба. У нас здесь есть химия, которая... для тика, вот она здесь такая пенистая, это дегризер. Я вам когда-то, если посмотрите старое видео, там будет, я рассказывал, как мыть тик, это будет ссылочка в углу этого видео. А пока мы просто берем щетку и начинаем чистить тик здесь, как видите. Да, 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 оно. Слово такое матершинное, пенистое. Пенистое, это по-латыни. Сейчас, сейчас, стол еще будем. Так, тут это, видите, сколько грязи? Сейчас еще здесь немножко постоит, и его смоют водой. Уже грязь не течет, уже смыл, да? Да. Так, ты смываешь тогда, Вова, эти все... Да, ну, я смываете? Смою. А я потом смою кислотой борт. Ага. Мы уже помыли. Налили Тик Ресторер. Теперь мы ждем, пока он высохнет. И все, мы прекрасны. Саша пошел заливать воду в танк. Вот так вот называется игра в танчики. Залей танк. И потом начинаем все складывать обратно. В это время девочки уже, наверное, внутри привели там все в порядок. Собрали, разобрали. А у нас здесь, вот, вы видите, какая красота. Все-таки приятнее находиться на лодке, которая чистая. Значительно. Такой помойки, я думаю, что мы заслужили на баночку, как Вова сказал, 7-Up фирмы Red Stripe. 7-Up фирмы Red Stripe. Он все равно трендит, поэтому не слушайте его. Как может человек объективно воспринимать реальность, который не может уехать с лодки? Мы его подкалываем очень по-злому. Получился какой у нас. И пластик отмылся, мы его кислотой помыли. Пластик вот такой красивый, тик красивый.
Вообще шикариус. Воду сейчас зальем. Получилась чистая-чистая лодка. Вов, надо помыть у них донышки, они грязные очень. Я так понимаю, что тузик у нас тоже будет чистый. Да, непременно. Отмывается? Да-да, all is good. А вот то, как у нас делается доставка. Ое! Так. Не все ты далеко, давай здесь. Hi, how are you? Hi. Давай, заберу. Yeah. А что это? Вода. Я вы воду сюда составили, да? Понял. Ну что, все, дофильтровываемся, можем отваливать. Да. Так, ну что, все, доливаемся и гол. Надо этому чуваку позвать его будет и сказать, что мы уже все. Да, я сейчас с ним свяжусь. По радио скажешь ему, да? Да, да. Отлично. We are going to the anchor! Just untied and it'll go like itself. I'm steering now. Очень смешно. Короче, мы просто отвязались и в бок ушли. Все. А вот теперь можем добавить газку. И поехали. Ну и вот так вот потихонечку отползаем. От пирса нам отъехать получилось достаточно просто, как вы уже видели. То есть на самом деле весь прикол в том, что ему нужно было там отвязать сначала один швартовый, потом второй, как-то там задом, передом уехать. А можно было просто отвязаться и боком уехать, что, собственно, мы прекрасно и сделали. Наконец-то нормальное место, где мы будем проводить время. Коверчик сохнет, платформа едет вниз. Идеально. И теперь можно открыть баночку пива. Мы ее уже просто открыли. Давайте подведем итоги, что же за сегодняшний день было сделано. Итак, основная задача была, это заправить лодку водой. У нас в тузике закончилось топливо. И все, что мы хотели сделать, это помыть лодку, потому что еще с перехода, еще с Доминиканской Республики мы ее, конечно же, мыли, но мыли ее соленой водой. Пресной воды она не видела. Но раз мы уже решили и заодно и заправить воды, то при наличии воды не помыть лодку, это было бы достаточно большое кощунство. Мы этим воспользовались, поэтому лодка у нас теперь чистая. С нашей стороны мы вам показали, как прошел еще один день, еще один технический день у нас на лодке. А с вашей стороны нужно проверить подписку, проверить лайк, оставаться в хорошем настроении, колокольчик не забудьте. И буду рад с вами со всеми пообщаться. Вы же знаете, что я стараюсь отвечать на комментарии. Пока у нас еще такая на канале не очень большая группа людей. И я еще успеваю это делать. Поэтому жду от вас комментов. И до встречи через несколько дней. Пока!